Вот такая она появилась. Мы с ней были одни. Меня зовут Радость. Райли. Крошечный комочек радости. Счастье длилось бесконечно. 33 секунды. Я печаль. О, здравствуй. А нельзя? Ты позволишь? В головном отделе становилось все тесней. Незнакомый запах, странный вид. Это брезгливость. Следит, чтобы Райли поменьше тошнило. Брохоли! На, ешь! Это гнев. Молодец, вот так. Это страх. Он смотрит, чтобы с нашей Райли ничего не случилось. Тут у нас воспоминания. В основном радостные, заметьте. Печаль, что ты творишь? Она воспоминания испортила. Как первый день в школе? Как? Никак. Сойдет. Сделай, как было. Вообще никак не ставь глубинные воспоминания. Стой! Можно я тихохонько ругнусь? Ну дальше что? Не работает. Дай мне! Ты испортил! Ах, без радости плохо. Куда же ты, радость, ушла от нас? Куда нас унесло? Это лабиринты долговременной памяти. Что ж, не страшно. Нужно возвратиться в головной отдел. Вы что же, с самого верху? Бинго-бонго! Воображаемый друг Райли! Да, вас надо возвращать. Там можно заблудиться. Уверенней надо быть. Ладно, я уверена, что ты там заблудишься. За мной! Облачный город! Какая прелесть! Воображение! Смотрите, карточный домик! Это не я. Чудно. Дружба. Тоже очень здорово. Ноги внутренний баланс. Кто у нас именинница? Это брокколи. Ай, да Сан-Франциско. Это не пицца, пародия. Опа! Все, Райли, встречай! Мозги стынут!